Приветствую, друзья! Всем привет! Сегодня мы с Анатолием выехали протестировать две аэролодки, очень интересные, причем которые делают у нас в городе Сыктывкар. Видели у меня снегоход, который был зимой, исполнение СМ-002 снегоход. И вот эта же фирма, которая заведует у нас Анатолий, и делают аэролодки. Аэролодки уже недавно стали делать, да? Где-то год назад. Мы первую, да, сделали уже 2 года назад почти. Угу. И мы ее целый год тестировали, не выпускали. Но у нас и загруженность была высокая, производство. Сейчас появилась возможность, у нас и помещение появилось, где все это сейчас хранить, как бы склад готовой продукции. И поэтому, да, так тема очень интересная мне была изначально, я ее изучил, вот, как все это делается. Первый прототип мы протестировали, уже разобрали даже, потому что, ну, в любом случае, всегда надо что-то сделать. Вот. И сейчас у нас у самих есть 2 лодки, и мы их и выпускаем. Вот, в принципе, 2 лодки, которые у нас есть, и 2 этих модели здесь тоже представлены, как раз разные. Одна – это топовая комплектация, где все есть, включая полы, ИВА, аккумулятор и прочее. То есть стекло лобовое, тонировка, фары. И вторая – это более полностью простая. Да, более простая бюджетная лодка. Между ними очень большая разница в цене. Кто будет заходить, у нас есть свой сайт, посмотрите. Большая разница в цене, но это опять бюджет. Прям бюджет на ручном управлении, хотя управляется клевая, кстати, лодка получается. Единственное, что зимой, да, по ветрам, если ездить, то будет обдувать, придется что-то делать, шлемочки. Хоть какое-то зеркало, типа. Да, да, но это опять типа. Человек у нас может сам себе сделать, да. Смотри, кому что надо. Да, кому что надо, под себя уже, это как бы база получается. Можно и так эксплуатировать, а можно под себя уже подгонять, как хочешь. Сейчас поедем, снимаем целый для вас фильм, думаю, будет интересно. Проверим грузоподъемность в 3-4 человека, в 2 человека и в 1 человека. Какая будет примерно скорость, какие обороты при этом. Как они вообще идут против ветра, по ветру, против течения и по течению. Сейчас у нас ветер получается северный, довольно-таки сильный. Это получается будет жесткое испытание, потому что еще как раз-таки и против течения, и против ветра нужно будет идти. Не посмотрим. Да, это, по сути, это для аэролодки основной показатель, какой вес она может на глиссере вести по глубокой воде, чтобы люди могли рассчитать, сколько они смогут взять бензина в зависимости от того, сколько людей сядет в лодку. Ну, примерно, сколько километров можно рассчитать. Да, сколько километров можно будет уехать, да. Потому что многие поднимаются по каменистым рекам, как у нас такие есть река Пижма, Цильма, Нерица, например, и так далее. Они мелкие, как понятное дело. Очень много камней торчит, гряды каменные, перекаты. И эти лодки даже лучше, чем водомет, там пройдут. Однозначно. Потому что эти лодки, они преобладают большими плюсами, чем водомет. А по цене выходит намного дешевле. Если брать лодку с водометом, один только мотор, это средний будет тахаться 50-ка, например, двухтактник. Он будет стоить далеко за 500 тысяч, я думаю, да? Да, конечно. Сейчас я даже стесняюсь. Плюс еще редуктор вот этот весь водометный. Последний Тахацу 18 смотрел, я что-то ценники пугает уже. Плюс еще лодка, и выходит примерно в 2 раза дешевле, чем вот эти готовые лодки уже. Да? Однако эту можно эксплуатировать зимой, по сути, круглый год на ней есть. Весной она не ограничена, можно по суше где-то проскочить. И вот сейчас часто случается так, что мелкие реки пересыхают в некоторых местах полностью, то есть появляются сухие участки, которые нужно перескакивать, и водомет здесь приходится либо на себе таскать, да и вообще, когда там 2-3 сантиметра воды, может повредить саму насадку. Здесь же на аэролодке такого вообще нет, на ней можно ехать, по сути, по суше. Некоторые участки до 50 метров вообще без проблем можно перескакивать, отличный вариант. Поэтому я думаю, что аэролодки именно вот такие легкого класса будут замещать водометы однозначно. И теперь самое главное, каменные реки переплывать, перебегать, на скорости их брать. Какое здесь днище идет, самое главное? Днище защита здесь ПНД. ПНД 3 мм без проблем. То есть камнями ее не пробить. Даже при загрузке 300 кг пробития сквозного точно не будет. Мы этот ПНД эксплуатируем вот на снегоходах. У нас же защита вот этого отбойника снизу на снегоходе. Мы зимой в минус 30 пни им тараним, без проблем там пробития нет. Оно не сломается. Да, оно не пробивается. И здесь этот же пластик здесь, поэтому мы его и используем, потому что мы уже несколько лет этот пластик на снегоходах эксплуатируем, и он там стоит без проблем. Царапается, да, но тем не менее он вообще, да, не мешает. И здесь также не мешает эксплуатации. И тип какой дна теперь из ПНД? Тип дна. Да. Имеешь в виду, ну, защита сама, ну, какой набор? Чешуйчатый или здесь, да, нет, здесь чешуя. Здесь у нас 7 элементов. Угу. Вот. 7 пластин получается. Да, 7 пластин, да. Нахлёст друг по другу. Да, да, и они обеспечивают вот нормальное скольжение и по воде, и по снегу не залипает уже. Теперь самая максимальная скорость, которую удалось развить по льду. По льду. Потому что я знаю, эту лодку испытывали именно что весной. Да, это был лед, снег, весна, весной, апрель месяц. 3 человека, мы разогнали ее максимально 90. Ну, 90 км в час, это, конечно. Это уже прям хорошо. Так это, ну, это чтобы на таких скоростях ездить, надо знать уже путь, куда, да, как минимум километр вперед, наверное, нужно знать, потому что и накат просто огромный.
А так, если даже весной брать, точнее даже осенью, начало зимы, полыня, не полыня, лед, снег, вообще, без разницы. Тут даже первое время, когда человек покупает орлодку, начинает ее эксплуатировать, особенно весной, такой восторг детский, у взрослых даже мужиков, у нас, по крайней мере, так. Дело еще в том, что когда снег, когда свежий навалит, например, в ноябре, ты можешь прямо по пескам ехать. Да, где вода, песок и так далее. Все, можно уже ехать где хочешь. Вообще нету. Проблем никаких. Ладненько, сейчас тогда будем снимать этот тест. Выезжаем на реку Вычегда, она река большая довольно, метров 300 шириной. И будем пробовать для вас снимать этот фильм. Так что приятного просмотра. Ну что, друзья, теперь переходим конкретно к обзору лодок. Об этом нам расскажет Анатолий. Привет еще раз. У нас здесь две модельки лодок. Они, в принципе, одинаковой мощности. Единственное, отличаются комплектацией. Как видите, вот это, по сути, в максимальной комплектации. Имеет тент, лобовое стекло, полный комплект светового оборудования. Это фары ближнего, дальнего света, сиденье, коврик, пива. Панель приборов здесь имеет все датчики. У нас датчик температуры, лампочка давления, масло, ЧК безопасности, спидометр, GPS, тахометр, прикуриватель, ну, подсос, замок зажигания. Все вытащено сюда на панель приборов. И рычаг газа здесь тоже под рукой. Это с левым расположением у нас руля. Заказчики так попросили, мы им так и сделали. Двигатель Ланчин 30, бак 24 литра здесь. Аккумулятор 18 ампер-часов. Это все здесь в комплектации. Винт трехлопастной, 1500 мм. Выхлопная нержавеющая сталь. Вообще вся сама установка сварена. Это черная сталь, профильная труба. Вот это вот сама силовая конструкция, 2-миллиметровая сталь. Здесь дальше полторашка. То есть вот это вот основная часть для обеспечения безопасности эксплуатации. Вся варится с 2-миллиметровой стали. Потому что запас прочности должен быть хороший. Ну и рули аэродинамические. Все, в общем-то, конструкция достаточно простая. Та лодка, соответственно, у нас выполнена на управлении ручном. Рычаг газа на нем же. И все, вперед-назад управляем сразу рулями. Здесь, конечно, получается даже более внятное управление. Вот на таком рычаге оно более отзывчивое. То есть, если там нам нужно совершить оборот, даже чуть больше руля, чтобы повернуть, здесь достаточно полностью повернуть, двинуть вперед или назад, и вы уже на полном... закладываете лодку полностью в полный поворот. Поэтому удобнее управлять. Здесь получается более отзывчивое управление для передвижения по узким местам. На этой будет даже удобнее. Ну и рулевое сиденье водителя здесь поворотное, потому что управление с двигателем находится полностью на двигателе. То есть замок зажигания, повернулись, запустили, на нем же стоит датчик температуры и лампочка давления масла. Все, больше здесь ничего нет. Это полностью голая лодка, ни полов, ничего. Одно сиденье и лавка. Это больше грузовая платформа, рабочая такая лошадка. Если это у нас, скажем так, комфорт максимальный, то здесь комфорту уделено минимум внимания, а максимум полезной площади и грузоподъемности. Вот, для удобства в эксплуатации. И бюджет, соответственно, это бюджетная моделька. Вот так и выглядит. Мы сейчас дальше протестируем и грузоподъемность, хотя по скорости сейчас ехали одинаково. Идут лодки одинаково. По 40 км в час, 2-3 человека. Да, да, да. А если пара слов о лодке, например? Надувное дно низкого давления, смотри, да? Да, да. Здесь надувное дно низкого давления, полностью фальшборта. Это у нас кировские лодки. Бронирована она 3-миллиметровым ПНД. Полностью по всей длине. Чешуя, полноценная чешуя. Не залипает прям так капитально в снегу. Не прилипает. Здесь как раз такой, ну, набор чешуи, кто уже эксплуатирует лодки, не знает, что когда слишком большие листы, они начинают залипать. Здесь что-то среднее мы выбрали. Поэтому отлично передвигается и по снегу, и по воде. Такой средний уровень. Почему ПНД, а не ПЕ-1000? Потому что это ПНД мы эксплуатируем уже достаточно давно. И у нас в нем нет никаких сомнений в качестве вот этого именно производителя, вот этого ПНД. Многие предвзято относятся к этому материалу, типа ПНД и ПНД. Но я могу сказать, что ПНД, он от производителя к производителю отличается просто колоссально. Это не один материал, как фанера, скажем. То есть это прям отличается, и характеристики этого пластика могут отличаться от производителя к производителю полностью до наоборот. То есть могут лопаться, крошиться, быть шероховатыми. То есть вот это гладкий ПНД, отличный по своим характеристикам, по механической стойкости, и мы поэтому его и используем. ПЕ-1000 не вижу нецелесообразно.
Вот так вот. Обеспечивают, по крайней мере, ходовые характеристики у лодок отличные. Мы эксплуатировали год первый прототип, поторосим везде, чего переворачивали после этого лодку. Никаких проблем там нет. Все прекрасно. Поэтому защита дна, считаю, здесь достаточная. Сама лодка тоже выдерживает морозы. У нас она хранится прямо на улице. Мы ее хранили уже 2 года, по сути, прохранили первую лодку. Прекрасный материал. Фары вот эти выполняют роль дальнего света. Они, в принципе, светят плюс-минус одинаково. То есть у нас вот эта фара включается отдельными тумблерами. Основной свет – это балка 100, около 100 ватт, но китайских, соответственно, здесь, наверное, я думаю, 70. И вот эти у нас по 28 ватт, если мне память не изменяет. Ну, в общем, в совокупности дают очень хороший свет. Лобовое стекло мы используем монолитный поликарбонат. Это Моногаль производитель. В принципе, отличный. Характеристики его нам понравились. Пробовали мы его сломать. Все, держит удары. Поэтому его и используем. Тонируем. Это тонированный поликарбонат. Мы его сами тонируем. Потому что, ну, и выглядит симпатичнее. И от лишнего света зимой, допустим, ездить тоже блики эти устраняет. А в основном все равно смотришь, едешь, когда над стеклом. Поэтому то, что он тонированный, не сильно мешает, в общем-то, эксплуатации. А внешний вид уже приятнее. Это у нас, опять же, не опция, но кому не надо, мы не делаем. Пока все вот просят, чтобы тонированное было, потому что людям нравится тонировка, она придает вид более эстетичный, скажем так, лодке. Носовой тент тоже, да, от брызг от воды. Да, носовой тент от брызг от воды. Это ткань, сейчас не помню, как называется, российского производства, пропитанная силиконом. Пропитка у нее наружнее, воду не пропускает, не выгорает эта ткань. И опять же она белая. Вот. Можно использовать из зеленого цвета. Да? Тоже. Да. Зеленая я видел, они точно такая же, только в зеленом цвете. Ну, основной вот у нас, я думаю, что будет расчет, это белый, потому что у нас и белый пиксель здесь, обклеены рули, и такое вот, ну, цветовое решение именно вот такое. Пока оно всех устраивает. Серая лодка, белый пиксельный тент, пиксельные бока, рули. Угу. Ну и так оно, скажем так, симпатично выглядит. Это юбка, да, защитная. Здесь, по сути, она прикрывает вот эту шнуровку пластика. ПНД, да, шнуровка пластика. Здесь люверсная лента, да, все пришнуровано. Угу. И, соответственно, вот эта юбка, она прикрывает. Я так понимаю, больше она для защиты именно вот этих вот шнуров, которые ПНД. Угу. Часто же сюда удары торосьев тоже приходится. Торосьев, вот. Ветки, дрова. Да. И вот эта вот юбка, она прикрывает. Здесь также привальный брус тут. Достаточно защиту обеспечить. Внутри, вот и стирание, например, самой рама установлена у нас получается на ПВХ толстую, да. Такую, да? Она, вот эта вставка отдельно сюда приклеена, mm-hmm. Вот эта вот люверсная лента, и, соответственно, она не протрет, она толстая достаточно такая вставка. Mm-hmm. И сюда зашнурована уже вот эта труба профильная, к ней мы крепим вот эти тяги усиления рамы, и к ней же крепится у нас панель приборов, то есть это такая цельная mm-hmm. конструкция получается. Установлена рама, кстати, достаточно жесткая, здесь она не шевелится. Двигатели 30 сил только используются или еще будут? 35 мы тоже будем использовать. 35 мы сейчас соберем и чуть позже тоже проведем тест этой лодки отдельно. Вот мы сейчас вот эти протестируем, какая у нас грузоподъемность будет, какой груз мы сможем вытащить на глиссер по глубокой воде и уверенно глиссировать. И, соответственно, потом мы соберем с лончином 35, у нас уже лодка такая почти готова, и мы отдельно ее протестируем. Уже без этих. То есть мы сможем сопоставить потом эти параметры, какие он даст нам какую грузоподъемность нам обеспечит 35-й лончин. Сама аэролодка здесь сделана конкретно под аэроустановку, вот эта лодка, и рассчитана под установку до 70 лошадиных сил мощности. У нее такие характеристики, она под эту мощность сертифицирована. Соответственно, я думаю, что нет сомнений в том, что она будет выдерживать весь этот вес. Некоторые высказывают сомнение, что будет ли держать транец всю эту нагрузку, но здесь под 70 сил эта лодка сертифицирована, соответственно, я так понимаю, производитель заложил сюда достаточно прочности, чтобы она все выдерживала. Mm-hmm. Ну и говорю, мы 2-й год откатали на лодке, на первой, никаких, не заметили никаких изменений ни в трансе, нигде, то есть, что следов разрушения или повреждений. Нету. Да. Аккумулятор также масса, да? Отключаемая, да? Включаемая. Масса откручивается, угу. Как на снегоходе почти. В будущем еще максимум можно чехол небольшой сделать, да, из ПВХ ткани. Да. Это мы сделаем. То есть я тоже думаю, что здесь закрывать угу. не помешает его. Внутри у нас сделан коврик, да? Чешовидной формы. Здесь сделан, да, такой вот прям немножко, скажем так, отдельный посудиной, как корыто. Ну, опять же, это для того, чтобы сюда можно было без проблем положить топор, бур, еще что-нибудь, и не бояться, что он там где-то сбоку порежет баллон. Это часто случается, поэтому мы вот все закрыли вот так бока. Угу. Полностью удобно. Угу. Так, посмотрим корму. Так, у нас получается, сами баллоны идут остроконечной формы, да. Обтянуты.
Здесь очень хорошо видно, какое днище, какой толщины. Примерно 3 мм где-то, да? Да, 3 мм защита. Угу. Защита. Пробить ее будет даже об камни, наверное, невозможно. Нет, не пробить ее, да. Угу. Рукоятки для какой-то привязки. Либо кого-то тащить, другую лодку может, да, в принципе, тоже. Думаю, выдержит. Конечно. Ветер очень сильный у нас, конечно, задувает. Сейчас посмотрим аэроустановку с обратной стороны, как она выглядит. Рули, двигатель, ремень двойной, да? Два ремня, да, получается. Два ремня. По 8 рычаж каждый. Угу. Винт пластиковый, да? Да, это пластиковый винт регулируемого шага 1500 мм. Угу. Каемка металлическая. Да. Защита идет у нас тоже. Типа пластика, да? Это шнур ПВХ. ПВХ шнур используется, в принципе, в триммерах. Такой достаточно, резко, да, типа бытового резко назначения, да, только 3 мм толщина. И прекрасно, он и эстетически приятен, и прочности вот не вызывает сомнений. Отличный шнур. Самое главное, что он легкий. Да, легкий, да. Потому что если металлическую защиту использовать, она будет намного тяжелее. Она тяжелее, хоть и функциональнее. Угу. Ну и здесь защита баллонов. Такой вот тоже лист ПНД, чтобы и не затягивал винт воду зимой. И мало ли при разрушении винта, чтобы он не пробил баллоны. Угу. Бывает, ветку еще что-нибудь задним ходом нанесет вас на ветку, винт сразу разлетится. Но вот эта защита позволяет обеспечить целостность баллонов. Винты-то с собой можно лопасти запасные возить. Лопасти не снимаются, разбираются, да? Да, вот эта ступица вот раскручивается и достаются все лопасти сменные. Это удобно. Да, очень удобно. То есть с собой, если куда-то ездить далеко, по-любому нужно брать запасные лопасти. Ремень у нас и так идет в запасе, но можно прям комплектом. То есть ремни и лопасть, это прям обязательно должно быть всегда в зипе. Не знаю, некоторые часто случается, что люди звонят, уедут далеко, и у них нет с собой запасных лопастей. Это как бы странно, на мой взгляд. Потому что разрушить его запросто можно. Нанесет вас ветром еще куда-то, даже боком, зайдет ветка. Запросто, да можно просто даже встречную ветку поймать, всякое бывает, и винт разрушается моментально. То есть он разлетается, да, он так сделан, я так понимаю, конструктивно, что разлетаются они на мелкие части, недалеко и ничего не повреждают сильно. То есть вот этой защиты достаточно, он ее уже не пробьет и не повредит баллоны. Но лопасти с собой нужно иметь. Угу. Да. По второй лодке все то же самое, только цвет рулей у нас получается черный. Да, здесь уже не обклеено ничего. Опять же, это из-за бюджетности. СМ расшифровывается как северная механика, да? Да. Северная механика 440. Аккумулятор, 440 это длина. Аккумулятор, смотрю, только другой стоит уже, да? Здесь аккумулятор стоит наш. И при отправке мы его уберем, потому что у человека будет свой аккумулятор. Он ему не нужен. Бак у нас получается от Ихацу мотора, да, похоже? Да. Это, в принципе, вот универсальные лодочные баки. Крепкий пластик. Да. 24 литра. Теперь самое главное, запас хода. Запас хода? Запас хода на баке? Да. Или вообще сколько можно уехать на ней? Давай тогда на 100 километров, сколько расход примерно? Да. На 100 километров по воде, если 2 человека, то у вас будет 40 на 100 расход. Мы замеряли плюс-минус небольшой. Но 40 литров на 100 километров смело можно рассчитывать при движении по воде. Вот. Если вы один поедете, будет чуть меньше, но на дальние поездки 40 на 100 рассчитывает. Это и по течению, и против течения выйдет плюс-минус небольшой запас. Бензин чистый. Бензин чистый, да, здесь четырехтактный двигатель. Вот. 40 литров на 100 километров, соответственно, отсюда, если мы грузоподъемность лодки оцениваем где-то в 300 килограмм, уверенное глиссирование, то можно несложно рассчитать, насколько вы сможете уехать. То есть, 200, грубо говоря, 400 километров можно обеспечить с одним человеком запаса хода у этой лодки. То есть, ездить на 200 километров туда-обратно. Вот. Вот так вот. Если два человека едут, соответственно, один человек замещает собой бензин. Сейчас сделаем тест. Аэролодка и весу 330 килограмм. Залезают 4 человека и вперед. Посмотрим, как на глисс будет выходить. Это очень интересный, самый важный параметр всех аэролодок. Сколько можно перевести с собой в будущем. Веса, бензина, вывести того же мяса, либо рыбы из охоты, либо рыбалки. Куда вы смотря едете. Первую лодку запускаем, которая идет облегченная. То есть меньше комплектации. Сейчас ветер подует на нас. Лодка пошла на разгон, вышла на глисс легко. Выходила по очень мелкому, по мелкой воде, сантиметра 3-4 было.
Лодка идет против ветра, против течения. Глубина сантиметров может быть 22, не более. Вот лодка после поворота вышла на глиз. Скорость уже достойная. Нужно время дать. Лодка тяжелая, точнее загрузка полная. Нужно время давать на разгон. По песку ходом прошел метров 60, не меньше. Итак, по грузоподъемности нас было 330 килограмм веса в лодке, 4 человека, плюс бензин, аккумулятор мы не считали. Вот 330 килограмм – это предел глиссирования для лодки, и то на глиссер мы выходим по мелкой воде. По глубокой она идет глиссировать где-то 22-25 километров в час, в зависимости от того, по течению, против течения. Здесь еще ветер, мы против ветра, по ветру шли, но в любом случае чуть резче повернешь, глиссер теряешь, все, на глиссер уже не выйти. Но нас с этим грузом глиссируют. Грубо говоря, 300 килограмм это будет вообще уверенное глиссирование, и километров 30 в час вы пойдете. Как только мы выезжаем на мель вот вдоль берега, где хотя бы такая глубина, все, тут мы приближаемся к 35-40 километрам в час, то есть уверенно, даже полностью 4 человека, вот мы едем, 330 килограмм, глиссируем уверенно. Но глубокая вода, это чуть повернули не так, все, на глиссер вы выйдете опять только с мели. А если 3 человека, 260 килограмм мы пробовали, она из глубокой воды спокойно выходит на глиссер, уже сама себя выталкивает. Но вот если... такая вот грузоподъемность получается. Но если в одного лодку уже не чувствует даже одного человека? Да, в одного-то, конечно, это не чувствует. То есть можно загрузить кучу бензина и уехать куда-нибудь подальше. А если недалеко, так вообще как на вод... даже круче, чем на водомете, потому что можно и сухие участки полностью пересекать на ней. В этом сейчас... плане, да, лодка сейчас клёва. 60 метров пролетел по песку, даже не заметил. Да, она не чувствует. На скорости она проскакивает вообще без проблем, она не замечает. Если с большим грузом куда-то идете, то лучше лишний вес скидывать, когда да? надо. Где-то, если нужно пересечь, да, просто выложить пока канистру, чтобы, во-первых, ну не шаркать лишний раз. Хотя песок никак не портит ПНД, вот такие вот перескоки. И все, да, перескочили, опять загрузились. Вот так вот. Такой вот у нас итог грузоподъемности лодки на глиссере. Сейчас посмотрим скоростя на второй лодке, которая идет более тюнингованная, втроем. Вес будет 285 килограмм. Сейчас примеры прикинули, кто сколько весит, и вперед. Тент убрали, чтобы один человек сел сюда наперед. Запускается у нас с ключа. Вот, спидометр. Спидометр здесь, скорость можно будет посмотреть. Обороты тоже. Тахометр установлен.
катались, сколько у нас, 285 килограмм, да? Да. Я максимальная посчитал. Скорость была 36-37 километров в час. Это мы по ветру. По мелкоте. Вдоль берега, да, по мелкоте. По мелкоте вперед. Лодка сразу начинает. По мелкоте лететь. Прям летим как надо. Угу. Но вот, допустим, на глубокой воде мы повернулись против ветра, все, глиссер потеряли. Угу. То есть вот так вот. Сильный ветер, глубина, сильный лодка ветер, тормозит. Глубина, все, лодка сразу тормозит, теряется глиссер. Нужно выбирать, либо идти против ветра, но по мели, потому что если попадете по глубокой воде против ветра, все, глиссер сразу пропадает. То есть это вот нюансы эксплуатации аэролодок. Надо как на самолете выбирать погоду. Где полегче. Да, где полегче, да. Все равно. То есть, а так по тихой воде, грубо говоря, ну в тихую погоду, вот 300 килограмм на глиссере идет нормально. Где-то 22 километра мы шли, по-моему, сейчас против течения. По течению 28. Да, сейчас еще снимал. Оборотов было почти 4000. Да, ну обороты здесь стабильно, они не меняются в зависимости от скорости или направления. Вот так вот, в общем-то. Если два человека, то уже скорость за 40. Да, да. Два человека здесь без проблем катаются. Ну вот, вместо третьего можно брать с собой бензин. Ну да. Бензину килограмм почти под 100. Да, где-то 100 литров можно вдвоем с собой взять. 100 литров, это получается за подхода где-то у нас выйдет 200... Это где-то 250 километров, грубо говоря, вот так вот. Нормально, в принципе, да? Да, да, нормально. В принципе, такие вполне. Поездки огромные, то куда еще? Конечно. Ну, а по льду там, само собой, можно грузить больше и ехать дальше. По льду скорость чего? До 80 была, да? По льду до 90. До 90? Втроем, да. Втроем 90? 90 с небольшим, да, разгоняли даже. По льду сопротивление меньше, никак вода. Лодка не залипает. По пухлому снегу тоже хорошо едет. 70 мы разгоняли. 70? Да, прям по пухляку. То есть по пухляку она плохо едет по сырому снегу. Вот сырой снег для лодки, да, она в нем начинает залипать, не скользит. Вот. И свежий снег, когда вот лед, прям голый лед весной, выпадает на него тоненький слой свежего снега, тоже он прилипает. Очень сильно тормозит лодку, да. Вот. И все, в принципе, других ограничений. Полыньи, там, гололед, пухляк, это им все вообще только так ездит прекрасно. В общем, я думаю, будет еще один обзор обязательно, это осенью, поздней. Да, да, да. Мы будем лед нести, снег уже первый навалит. Да. Ну и потом еще можно будет и зимой показать. Потом уже зимой будут погонять, ну и весной, само собой, да. Когда особенно у нас рыбалка на Хариуса, последний лед, тут вообще шикарно. Не ограничен в передвижении, когда уже везде все гладко, тарося не торчат. Ну да, не оплавляется на солнце. Да, да, да. На пластике по песку нормально тащится, даже в одного, да? Ну, только... Ну, можно. Можно, но это такое себе занятие. Все равно вес. Да, проще ее завести. Сколько у нее вес полный комплект? 200 килограмм. 200 килограмм лодка, даже, да? Наверное, чуть побольше, учитывая аккумулятор. Где-то килограмм 90 весит вся установка. 90 вся установка? Да, да. Плюс примерно 90 килограмм. Лодка, сколько там, блин, тоже около 90 килограмм, с чешуей. В общем, 200... 220, где-то вот в этом диапазоне. 200-220. Плюс бензин. Килограмм. Бензин еще плюс. Да, да, бензин, понятное дело. То есть мы тут набираем все 250 с бензином. Примерно а 250. Сама лодка, да, в районе 220. Ну-ка, давай-ка спихнется, нет, она вот так вот через веревки даже вдвоем взять легко. Не сильно. Да, можно тащить. По песку причем. Сейчас момент продолжения. Поснимаем еще, как лодки ходят по траве, по осоке, по всему. Такому, что у нас растет вдоль берега. Ну, погнали. Лодки очень шумно будет, поэтому говорить будет невозможно. We'll be right back.
лодка в одного, облеченная, пройдет по траве. Тоже интересный момент. Сейчас мы вдвоем проехали, нормально. По траве идет, даже скорость не падает. Там где вода, где земля. Очень сильный ветер встречный идет. Управляется легко. Скорость в одному просто бешеная. Ход по инерции. Сейчас последний штрих, это погрузка лодки. Прицеп. Как она зайдет, сейчас посмотрим. И все, будем на этом деле уже заканчивать наш фильм. Прицеп обычный, грузовой, не лодочный. Борта открытые. Ветер боковой сильный. Застежку цепанули. Отстегнули. Все, готово. Все, готово. Покрепление стропа, да, натяжные и просто вправо. Да, просто одна стропа поперек. Этого достаточно. Промаслать не надо. Ну все, друзья, фильм сняли про две аэролодки. Если какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. Постараемся ответить, либо я, либо Анатолий зайдет, ответит. Я в комментариях тоже сижу. И если будут какие-то еще пожелания в будущем, то тоже пишите. Пока есть возможность, пока лодки есть в наличии, это все можно показать, отснять, если что. Так что какие-то технические вопросы, если что-то интересно, если уделить внимание чему-то более детально, то без проблем это можно уже у нас в гараже на производстве снять даже. Ну да, а так ждем осени, чтобы потом уже посмотреть, как они ходят по снегу, по льдам и зимой, само собой, тоже. Все это можно показывать будет тоже. Все, давайте, счастливо всем, до новых встреч. Всем пока. Пишите, до свидания.